Можно ли в чате указывать ссылки на свой сайт или телефон для связи? Какие контактные данные предлагать для связи? Ну, Олег, лучше всего в чате добавлять, вот сделать свой сайт, да, лендинг. Опять же, на консультацию у вас должен быть один лендинг пейдж, там, да, записаться на консультацию, да, записаться, там, допустим, там, если прайс-лист одна услуга, опять же, все эти, как его, ссылки лучше закрывать битлу, да, и, чтобы вы понимали, что этот человек пришел именно с этого чата. То есть должна быть ссылочка такая а-ля битлу, и тогда будет хорошо, ну, чтобы она была закрыта. Опять же, ваш сайт должен быть привязан к каналу. Ваш домен должен быть привязан к каналу, да? Тогда вы можете под, еще под видео ставить эти комментарии. Вот. Ну, наверное, все. Да, можно. То есть я бы в чат цены не писал, а я бы просил перейти просто, как вот у нас там, да, видите, консультация не решающая, заполни форму по ссылке. Все. Люди приходят, я вижу. Откуда приходят, почему?